На конкурс дети читают стихи. Гаманюк Дарья, 12 лет, город Оренбург. Рождество. Автор Михаил Юрьевич Лермонтов. Сегодня будет Рождество. Весь город в ожидании тайны. Он дремлет в ине хрустально и ждет, свершится волшебство. Метели завладели им, похожие на сновидения. В соборах трепет свеч и пенье, и ладанка серебристый дым. Под перезвон колоколов забьется колоколом сердце, и от судьбы своей не деться, от Рождества волшебных слов. Родник небес тех слов исток, они из пламени и света, и в мире, и в душе поэта, и в слове возродится Бог. Колдуй же, вьюга чародей, твоя волшебная стихия преобразит в миры иные всю землю, город и людей. Встречаться будут чудеса так запросто в толпе прохожих, и вдруг на музыку похожи людские станут голоса.